На маршруте, на карте видно, где в данный момент находится дрон. На самом деле. А вот. И вот мы можем видеть его воочию. То есть проход за проходом будет обработан весь участок. На дроне есть датчики препятствий. Если что-то не учли, то на определенном расстоянии до препятствия он остановится. Ну, ничего, почти как собрал. Вообще красиво.